Смотри, какой он опасный. Он вообще катается на качелях. Разборка питерская, короче. Да я дохорню. А чё ты отвернулся? А чё ты отвернулся? Не, ну ты, конечно, красава. О, давай. Опасный, в смысле? Опасный. А что у тебя на напульснике, конопля? Типа куришь? А зачем ты это надел? А, типа крутой, да? А где ты живешь? В России. В России? Нихуя себе в России. Ты с Путиным ему дружишь? А? С Путиным дружишь? Короче, не пошли дальше. Пошли сходим за ними. Ну, просто ради интереса. Я надеюсь, что все слышно, потому что это очень круто, когда разборка идет. Смотрите, какой он опасный, какой он большой в оранжевой майке. Он просто огромен, и они преследуют чувака, который там дальше в оранжевой майке. И у них, короче, они сейчас его защемят и оттолкут, короче, да. Видишь, он, а этот боится и пошел домой. А этот вот. Я показал ему, что-то он его выебал уже, видите? Похлопал, пожалуй. Бля, жалко, что ничего не слышно. Смотри, он за ним побежал, смотрите, это будет опасно. Сейчас там будет драка, а мы все заснимем. Там, короче, сейчас будет драка, смотрите. Если вы видите, конечно, возможно, вы видите, они, короче, обнимаются. Может, это не драка совсем, может, тогда они просто хотят пососаться. Да. Вот как обычно это. Я делаю смотри, с пацанами. Смотри. Где я отстал на камеру? Чего? Нихера не будет. Короче, они уходят. Да, снимать дальше не вижу смысла. О, он у него дрочил, видите? Скажи что-нибудь на камеру, пожалуйста. Ну просто скажи для себя. Что сказать? Ну, типа он уёбок там что-нибудь такое. Что ты о нем думаешь, о том в красной майке? Ой, в оранжевой. Что он уёбище и пидор ебаный. А еще что? Мамку ебал. Не, он же боится. А, он тебя боится, потому что ты здоровый. Нет, тут просто с Путиным общается. А, точно. А этого Медведева знаешь? Медведева? Ну. Да. Ну, и как ты с ним? Ну, жил с ним когда-нибудь? Это вообще-то брат моей мамы. Ебать, Медведева. А Путин кто тебе? Путин кто тебе? Он мне ровесник. Ровесник? Путин, ему ровесник. Бля, ну ты просто угроза. Да, подержи. Для ложницы. Подержи, дай я тебе пожму руку. Подожди, надо, чтобы было видно на камеру. Вот, все, спасибо, все. Пока. Вот он, звезда. Деньги есть? Нет, извини. Только не бей меня, а то я боюсь.